Жить в Подмосковье не только удобно, а еще и выгодно. При покупке новой квартиры и наличии регистрации в Московской области тех, кто впервые приобрел жилье, на год освободят от транспортного налога, если на автомобиль не распространяется повышающий коэффициент. Эта программа действует в регионе наряду с льготной ставкой по ипотеке. Об этом рассказал Андрей Воробьев в интервью одному из российских телеканалов. Агентская программа льготной ипотеки нас просто выручила и спасла, потому что ты можешь приобретать квартиру по льготной ипотеке 6%, 6,5%. И это, конечно, снижает платеж тебе и делает доступным большое количество квартир. А мы строим больше всех в Московской области. Если брать ИЖС и МКД на квартирные дома, Московская область номер один по объему строительства. И кроме льготной ипотеки и различных социальных программ, мы ввели еще одну норму, которая целью своей ставит дополнительно привлечь. Ты не платишь транспортный налог за машину, если купил новую квартиру. А если ты купил квартиру в доме, который моложе 3 лет, у тебя есть машина, мы дополнительный бонус даем, ты зарегистрировался в Подмосковье, ты не платишь транспортный налог. Андрей Воробьев отметил, что в Московской области строится больше всего жилья в стране. Для региона особое значение имеет решение президента распространить программу льготной ипотеки на квартиры стоимостью до 12 миллионов рублей. Таким образом, порядка 85% квартир в подмосковных новостройках можно купить по льготной ставке в 6,5%.